приветствую вас. Меня зовут дядя Митя. И я сейчас расскажу, как я попал на бабки со своим автомобилем Лада Гранта. Так, я съездил на юг, проехал 1000 километров туда, 1000 километров обратно. Все было хорошо. Стоило мне приехать в город Воронеж, проехать немного на следующий день буквально, у меня сразу же сломалась коробка автомат. Я ее отогнал в специальный сервис. АТФ сервис находится на Старых Большевиков 53. Там разобрали коробку, посмотрели и сказали, что моей коробке пришел конец. Все было сломано. И сказали, ремонт будет стоить 90 тысяч рублей. У меня таких денег нету. Откуда им взяться? Вот я вызвал эвакуатор. Так, сейчас мы будем грузить мой автомобиль. Что не есть, конечно, хорошо. Я остался без автомобиля. Надеюсь на то, что я найду деньги, чтобы починить свой автомобиль. Потому что без автомобиля я вообще не представляю, как можно жить. Машина — это все сейчас. Поехать куда-то на речку, куда-то поехать на дачу или еще чем-то заняться. Нужно было меня тянуть наверх. Окна у нас не открываются, потому что нет аккумулятора. Работает эвакуатор. Когда увозили за 3500 мою машину, это было намного быстрее. Опускается? Да ни хрена не опускается. Чуть дверь-то приоткрой, чуть левее колеса. Звуки, конечно, не из приятных, как поднимается машина. Мой автомобиль меня подвел. Вроде бы казалось, Гранта на автомате. Все, что можно еще мечтать. Но вот такая вот вещь подвела меня. Сейчас стоит она на эвакуаторе. Будем ее увозить. Да еще вложения такие бешеные. 90 тысяч. У меня у знакомого BMW, блин, он то говорит. У него коробка стоит 40 тысяч на его автомобиль. 90 тысяч. Куда такие деньги нахуй? На отечественный автопром. Сейчас буду думать, раскидывать мозгами, что с ней нужно делать. Главное еще там ее выгрузить, аккуратненько поставить. Я боюсь, что места не будет. Места не будет, скорее всего, у меня. Ну ладно, что я переживаю заранее. Тут ехать не особо долго. Так что все. Давайте сейчас покажу, как она будет разгружаться. Так что все, приехали давайте домой, сейчас будем выгружать свой автомобиль. И я буду искать коробку автомат где-нибудь по объявлению. Если есть у кого-то возможность прислать мне автомат по определенной низкой цене, то, конечно, оставляйте свои комментарии внизу. Пока я ехал, разговаривал с эвакуаторщиком, и он мне сказал то, что Лада Гранты постоянно эвакуируются. Представляете? А я-то думал то, что это самый лучший автомобиль. Каково мне сейчас? Ну, я постараюсь ее, конечно, восстановить, чтобы она начала опять ездить, приносить мне удовольствие. Всем, кому понравилось видео, не забывайте ставить лайки. Меня зовут дядя Митя. Всем удачи и всем пока.